Добрий вечір. Виніки минулих 7 днів у програмі «Новини тижня» на телеканалі «Беларусь-4». У студії працює Євген Побаловець. Глядіть у випуску. Гомель означив 73-ю годовину визволення однемецько-фашистських захопників. Коли молодих спеціалістів без опыту праці не беруть на роботу, на допомогу приходить програма «Молодежна практика». У кінотеатрах відбулася прем'єра воєнної драми «28 панфіловців». Зараз об гэтым іншым больш падрабязна. Гомель означил день вызволения однемецко-фашистских захопников. 80% разбуранных побудов и усяго 15 тысяч жыхароў со 147 тысяч до военной колькости насельніцтва. Менавіта таким убачили Гомель солдаты Червоной армии 26 листопада 1943 года. Это был один из крупнейших промышленных и культурных центров Белоруссии. Веселый, жирастущий город. Вот каким довелось его увидеть. У областной музее военной славы есть картина «Вызволение Гомеля 26 листопада 1943 года. Палац румянцевых паскевишев. Парк и в облаке на фоне солнечного неба». Супрацовники музея кажут, что разумеют автора. И он имкнулся передать почувство счастья от вызволения города. На самой справе раница этого дня была вельми золкой, а солнце у гэты час года тут практически николи не бывает. Червоная армия вошла в город у 9 годин 30 хвилин. Правда, с довоенных амаль 150 тысяч жихаров убачить ту раницу могли только 15 тысяч. Нехто знаходился у эвакуации, нехто на фронте. Шмат кого с гамельчан угнали в Германию ці забили. Особливо жесткими оккупанты были у относинах до партизан и подпольщиков. Вы видите молодую, красивую женщину, связную домановическо-партизанского отряда Марию Власенко. На ее глазах сожгли четверых ее маленьких детей, а мужа заживо закопали в землю. Фашисты требовали, чтобы она сказала, где находится партизанский отряд, кто связной, но Мария молчала. Коли 11 кастрычника 1943-го Червоная армия вызволила Белицу, стало зразумело – на шарзе Гомель. Немецкая армия не только створила моцную оборонную линию, але и начала масштабное знищение будинков. На сучасной улице Ленина относно целым заставался только дом коммуны. Его заминировали, але узорвать не поспели. На Советской был сдалеку бачный будинок банка. Усе остатнее узорвали. Третий будинок, який заховался у центра Гомеля, так званый дом специалистов по сучасной улице Кирова. Дарыча, под Гомелем немецкая армия могла трапить у еще один котел, яких после Сталинграда яны вельми боялися. З уликом створанной ею оборонной линии Червоная армия вырашила узять город не напрямую с Белицы, а сбоку Рэшицы и Ветки. Еще несколько дзён и гомельский котел мог бы стать реальностью. Коли оккупанты это зразумели, яны литерально сбегли с города. Командующим фронтом Константином Константиновичем Рокоссовским было принято решение хватить Гомель с юга и с севера и вынудить их отсюда уйти. Даже когда 26 ноября Левитан объявил, что в результате обходного маневра, значит, немецкие войска вынуждены были уйти, и в результате был освобожден город Гомель. Гомель стал первым областным центром Беларуси, вызволенным от нацистских захопников. У гонор этой подеи Москва салютовала 20 залпами с 224 гармат. Это был другой салют у истории Великой Айчинной. Первый прогучал 18 листопада у сувязи с вызволением Рэчицы. У Снежни у Гомель переехали Центральный комитет Коммунистической партии Беларуси, Президиум Верховного Совета и Совет Министров Украины. Раз несколько тыдняв тут же у Гомеля было принято решение об обновлении народа. Господарки. И такая личба. Замужность и героизм, проявленные у боях за вызволение Гомеля. 23 воинские формирования отрымали наименее гомельских. Пытались удержать Белоруссию любой ценой. Чтобы было ясно, что если Красная армия войдет в Белоруссию, значит она автоматически войдет в Германию. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». 26 листопада 1943 года войски Белорусского фронта под командованием Константина Рокоссовского вызволили город. Бои за его вошли в историю под названием Гомельско-Рэшицкая операция. С нагоды святкования исторической даты дня вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников отбылся урочистый митинг для вечного огню. Сюда пришли представники улады, працовных коллективов и школьники. Хвилиной молчания яны ушановали память загинулых воинов и усклали до похования кветки. Сирот удельников митингу – ветераны Великой Отчинной войны Алексей Пименов и Михаил Ляхчилкин.
У складі зенітної батареї у 1941-му він обороняв город, а потім і визволяв від німецьких захопників. Я учасник освобождення города Гомеля і захищав город Гомель. Я сам по спеціальності зенітчик, рядовим солдатом був. Наша батарея стояла вже час каруселі, 8 орудий зенітних. Охраняли Новобелинские мосты от немецко-фашистских захватчиков. Самолеты налетали на этот мост разбомбить. Участников войны везде поощряют, поддерживают. Ну как не радоваться этому всему? А то, что мы завоевали этот мир, участники войны, ну это гордость. У Гомеля стала добрая традиция означать подеи, которые связаны с Великой Айчинной войной, реконструкциями боев. Подчас святкования 73-й годовины вызволения Гомеля удел у такой реконструкции приняли каля 100 человек. За деей назирал Олег Сентюров. За 2 часа до початку реконструкции все удельники уже на месте будущих боевых действий, члены военно-исторических клубов из Гомеля, Минска, Гродно, Могилева и Санкт-Петербурга. Каждый не просто прихильник истории, а и соправданный профессионал у своей справе. С часом обновить историчные подеи все больше тяжко, а тому особливая увага отповедности военной формы и зброи. Головное, коли можно так сказать, упригоджение любой военной реконструкции, это соправданная боевая техника, как, например, вот этот мотоцикл часов Великой Чины войны М-72, соправданным, до речи, кулеметом Дегтярова. Сирот задач военных реконструкций не только показать некий эпизод Великой Чины, а и нагадать об ее истории и удельниках. У Рещи и подчас обороны Гомеля в 41-м и подчас вызволения в 43-м активный удел у боях примали местовые жихары, нащадки яких зараз назирают за реконструкцией. Военно-патриотичный клуб, 53-й мотострелковый полк Народного комиссариата внутренних справ уже несколько годов існує при республиканском унитарном предприятии Гомель-Энерго. Сучасники кажут об этом подразделении, ведают не вельми шмат, а оно, тем не менее, унесло значный уклад у нашу перемогу. Бойцы этого полка активно участвовали в боях, боролись с высадкой десантов немецких, которые были очень массовыми, диверсантов. Работали с красноармейцами, которые уходили с линии фронта, дезертиры и тому подобное. Формировали новые подразделения и сами участвовали в боях за Гомель. Они последние уходили, они последние подрывали за собой мосты и уходили из Новобелевского района. Когда у минулом годе подчас реконструкции показали форсирование СОЖа, то сёлета брали иншую тему. Причем, как наблизить дею до реальности, выучали документы военных часов и сустракались с удельниками Великой Отчины. У центра уваги один из боев каля Гомеля, Червоная армия, наступая на город, немецкая мкнется не трапить у полон. Не выдерживая натиска армии. Потом удельники реконструкции признаются, на самой справе было крыху не так, але у такой идеи свои законы, и она повинна быть цікавой и притягивать увагу глядачов у весь час. Увогуле ж, после Сталинграда настрой у немецкой армии изменился, и хоть боевые якости она еще заховывала, але боевой дух был не таким, как у 41-м. Немцы боялись котла. И даже мне мой покойный дед рассказывал о том, что когда они зашли в опустевшие немецкие блиндажи с утра, утро 26 числа, еще стояла еда теплая, чай. Настолько они стремительно сорвались отсюда, чтобы максимально не попасть. После Сталинграда они очень боялись котлов. Тем более уже зима надвигалась, это не выжить было им. Военная реконструкция не дитячая гульня у войну. Тут и подрыхтовка серьезная, и силы задейничены немаленькие. Организаторы кажут, что без поддержки местных улад у вугли ничего бы не трималось. До того ж, значную допомогу оказали представники войсковой части, вартовальники и супрацовники музея военной славы. С уликом такого взаиморазумения и взаимодействия можно чекать, что эта военная реконструкция у Гомеля пошней не была. Олег Сентюров, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Ситуация на рынку працы у Гомельской области сёлета лепшая, чем летось. По данным Комитета по праце, занятости и социальной обороне облвыконкама, на 5600 беспрацовных приходится 6935 вакансий. У минулым годе рабочих мест было удвоя меньше, чем их суискальников. Доля молодых людей в агульной колькости беспрацовных невеликая, каля 8,5%, але наймальники редко сгаджаются брать специалистов без опыта. На допомогу приходит программа «Молодежная практика».
Подрабязней об этой и інших новинах у экономичном огляде Марины Северьяновой. Стаж работы по специальности – бодай первое, что цікавить наймальника после наявности диплома. Как показывает анализ рынку працы, тяжей знайсти место недавним выпускникам. Сёлета за допомогой у працоўладкавання у адпаведной службы звернулися больше 600 человек. Ну, как правило, у нас полугодовая практика, она краткосрочная. Конечно, зарплату мы не можем платить высокую. Но самое главное, что они получают, в первую очередь, полугодовой стаж трудовой деятельности, что им позволяет впоследствии не бояться, и особенно девчатам, и уйти в декретный отпуск, потому что больничный уже будет оплачиваться. Второй момент – они становятся на самом деле экономистами. И это им позволяет через полгода спокойно идти на работу практически любую, независимо, ну, с экономическим, естественно, направлением. Желательно, конечно, чтобы эта работа была им по душе. Субъекты господарения Гомельской области уже оценили эффект от содейничания працоўладкаванню молодых специалистов. За додатково створенные працоўныя месцы яны атрымліваюць преференции. У державной программе содейничания занятости насельніцтва предугледжаны сродки пазабюджетного фонду социальной обороны насельніцтва. Яны идуть на компенсацию затрат наймальников для выплаты зарплаты учарашним выпускникам. Дякуючи молодежной практике, все лето первое место працы, хоть и часовое, отримали 156 человек. Наш безработный, устроенный по молодежной практике, он может получать зарплату и выше, но нанимателю компенсируются затраты на оплату труда в размере минимальной заработной платы, пропорционально за отработанный период, и начисление на фонд оплаты труда. Нанимателям предоставляется возможность до истечения сроков молодежной практики трудоустроить молодежь на постоянную работу. А также они могут быть трудоустроены на постоянную работу и после окончания сроков молодежной практики. До інших новин. Базовая величиня с 1 студеня повеличится с 21 до 23 рублей. Проект бюджету на наступный год сформирован уже с уликом ее росту. Это даст возможность привести социальные выплаты с бюджету, которые зависят от базовой величини, у отповедность с узровнем инфляции. Нагадаем, у Беларуси до этой ставки привязаны померы социальных выплат, у тым лику допомог и стипендии, а так само штрафы, сумма державной пошлины и так далее. У протяг финансовой темы. Кошт квадратного метра в ближайший час истотно не изменится. Об этом заявил министр архитектуры и будовництва Анатоль Чорный. Такие прогнозы связаны с тем, что рынок жилья перенасыщены, и забудовщики это обязаны уличивать при формировании кошту квадрата. Что тычется показчика по коште для квадратного метра жилья с держподтримкой за 9 месяцев, то при задании 815 рублей по факте он склал прикладно 765, что практически не отрознивается от летошних лет. До інших економічних новин. В агропромисловому комплексі подводять попередні виніки роботи у гэтым сільськогосподаршому годі. Так, прибиток від реалізації сільгоспродукції за 10 місяців склав 27 мільйонів рублів. У порівнянні з минулим годом виручка зросла на 4,5%, а у особних господарках Житковицького, Хонінського, Брагінського районів рост від 20 до 24%. Рентабельність продажу сільгоспродукції у регіоні вище, ніж по республіці у цілому. А тим просто середньомісячний виручки на одного працюючого склав 108%. А кроме того, сёлета на 12% повелішився валовий збор зерня. Амаль на треть больше, чем летось, нарыхтовано травянистых кормов. Выше уроджайность ильну, огороднины, некоторых інших культур. Наступная подея с промысловой сферы. Вытворшее объединение «Беларусьнафта» названо лепшей компанией по опрасованию инноваций у России и краинах СНД. Узнагороживание лауреатов специальной премии отбылось у Москве подчас международной науково-практичной конференции. У мероприемстве удельничали специалисты, заказчики нафтогазового сервису, вытворцы высокотехнологичного специального обсталявания с полсотни компаний Беларуси, России, США, Австрии, Германии и Канады. І наприкінці випуску новина для тих, хто подорожнічає по чыгунці. Тягнік економ-класа маршрута Гомель-Могилёв з 11 снежня замінять на состав бізнес-класа. Так білоруська чыгунка зробить поїздки поміж буйними городами більш комфортними і хуткими. Зараз тягнік економ-класа до Могильова курсирує тільки по вихідних. З означеної дати його замінять нові трьохвагонні состави, які будуть ходити щодень. Марина Сєвєр'янова, телерадіокомпанія «Гомель». Рекордно низкий показатель дитячей смертности отмечен в Гомельской области. Дякуючи чему достигнуто снижение? Какие новые методики стали применять у сферы акушерства и гинекологии? И какие проблемы здоровья новонародженных яны позволяют ликвидовать? Об этом в актуальном интервью рассказала главный акушер-гинеколог Управления охраны здоровья Гомельского облвыконкама Оксана Тяслова.
Оксана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Оксана Александровна, расскажите, пожалуйста, в начале, вот на сегодня, картина рождаемости в Гомельской области, какова она? За три квартала этого года рождаемость в Гомельской области составила 13,1 на 1000 жителей. И это четвертое место в республике. Традиционно лидирует Брестская область, а мы занимаем среднее положение. Но что хотелось бы отметить, что рождаемость у нас увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и мы будем стараться сохранить эту тенденцию. Оксана Александровна, ну вот вообще сколько малышей в этом году родилось? Расскажите. За 9 месяцев этого года в нашей области родилось 13 933 ребенка. Это на 208 ребятишек больше, чем за аналогичный период прошлого года. И поясните, пожалуйста, вот за счет чего достигнута такая динамика? Конечно же, повышение рождаемости, увеличение числа новорожденных деток – это не только работа акушеров-гинекологов, это работа всей системы здравоохранения в целом. Оказание помощи женщинам до беременности специалистами первичной медицинской помощи, подготовка ее беременности специалистами, акушерами-гинекологами, то есть это уже специализированная помощь, ведение ее на этапах беременности, родов, родоразрешения, после родоразрешения, а также оказание квалифицированной помощи новорожденными, все это приводит к тому, что показатели смертности снижаются, а соответственно увеличивается количество живорожденных деток, которые имеют достаточно благоприятный прогноз для жизни. Оксана Александровна, скажите, а вот за последнее время какие новые технологии, может быть, появились в нашем регионе вот в этой сфере? Я приведу пример. Если раньше преждевременное излитие околоплодных вод являлось показанием к родоразрешению в ближайшие 3 дня, то сейчас мы стараемся максимально увеличить срок внутриутробного нахождения ребенка. Ведь все мы понимаем, что один день внутриутробно – это 3 дня в отделении интенсивной терапии. И вот эти технологии, методика ведения женщин с преждевременными родами, с преждевременным излитием околоплодных вод, помогла нам в конечном итоге снизить число досрочного родоразрешения, снизить число недоношенных деток и уменьшить смертность именно в категории деток, которые родились до срока. Как давно у нас существует это, применяется вот такая практика? Эта технология, эта практика, применяется, наверное, в течение последних 2 лет. И мы уже явно видим ее результаты. А это прекрасно отображается на наших показателях. Оксана Александровна, вот еще одна тема, которая требует отдельного внимания, в то же время она сейчас у многих и на слуху, и многие пишут об этом, это младенческая смертность. Вот каков этот показатель у нас вот в области? Оптимизация помощи матерям и детям, внедрение надлежащих клинических практик в акушерскую нанотальную помощь позволили снизить показатель младенческой смертности до уровня 2,6 промилле. Это рекордно низкий показатель для Гомельской области, если сравнивать тенденцию всех предыдущих лет. На сегодняшний день наш показатель самый низкий по республике. И, конечно же, стоит сказать спасибо всем специалистам, которые трудятся в этом направлении, как специалистам первичного звена, специализированной помощи, анестезиологам, реаниматологам, диагностам, все тем, кто имеет отношение к женщине, к ребенку, который работает вместе с нами. Что ж, мне остается только пожелать, чтобы динамика продолжала улучшаться, и сказать вам большое спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо, Анна. Аматару культурного отпочинка в этот день порадовал кинопремьерой, новой выставой, концертами творческой самодеятельности и встречами со знакомитыми людьми. Деталі гэтых падзей у нашым традыцыйным культаглядзе. Гістарычныя даты на гэтым тыдні часткова вызначылі напаўненне афіш. Так, да 73-й гадавіны вызвалення Гомеля ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў прымеркавалі прэм'еру ваеннай драмы «28 панфілаўцаў». Гісторыю пра подзвіг савецкіх салдат, які ў 41-м цаной сваіх жыццяў спынілі атаку немцаў на подступах да Масквы, прадставілі ў гомельскім кінатэатры «Мір». Перад кінасеансам гледачы змаглі ўбачыць зброю, тэхніку і амуніцыю, якія выкарыстоўваліся ў гэты час. С той же нагоды у областной библиотеки прошла встреча с ветераном Великой Айчинной войны Алексеем Пименовым, а так само журналистом Миколаем Зямчихиным, який по биографии ветерана написал книгу под назвой «Разом со славным». Я пацаном участвовал в этом отряде комсомольцем славной. Знаю, что такое война. Прошел всю войну знаменитым вот спецотрядом славной. Это московский спецотряд.
Адзначыўся гэты тыдзень і рэалізацыя першага ў нашай краіне рэгіянальнага праекта дзяржаўнага эрмітажа. З яго фонда ў гомельскі палацава-паркавы ансамбль даставілі калекцыю тыбецкага мастацтва. Скульптура, жывапіс, рытуальныя прадметы з Тыбету, Кітая, Непала, Манголіі, Бурацій і Бутану. Некаторым экспанатам амаль 10 стагоддзяў. Разам з тым, гэты тыдзень быў аб'яўлены тыднем прафсаюзнай культуры. З гэтай нагоды ў Гомелі прайшло святочнае мерапрыемства «Народныя таленты табе, Беларусь». У ім свае творчыя здольнасці прадставілі актывісты прафсаюзнага руху. Адначасова на сцэне абласнога дома прафсаюзаў адбыўся гала-канцэрт фіналістаў 12-га конкурсу сцэнічнага дэкаратыўна-прыкладнога і выяўленчага мастацтва інвалідаў. Свае таленты ў 9 намінацыях дэманстравалі 130 чалавек з усёй вобласці. Лепшыя атрымалі дыпломы і каштоўныя падарункі і галоўная магчымасць рэалізаваць сябе ў творчасці і знайсці новых сяброў. Ганна Кавалёва, Настасія Кучынская, тэлерадыёкампанія Гомель. І аб спорце. Першы тур групавога этапу розыгрышу Кубка Беларусі па футзале пройдзе ў Гомелі. Баталія разгорнуцца на паркеце палаца гульнявых відаў спорту з 2 па 4 снежня. Балець будзе за каго? Гомельскія каманды Белдут і Эскулап пазмагаюцца за трафей. Об іншых адметных спартыўных падзеях жыцця рэгіёна ў наступным аглядзе. На наступных выхадных адбудуцца матчы 1/16 фінала міні-футбольнага Кубка Беларусі. На гэтай стадыі згуляюць 4 прадстаўнікі Гомельскай вобласці. 2 з іх выступаюць у вышэйшай лізе чэмпіянату. Светлагорскі ЦКК будзе змагацца за пуцёўку ў наступны раўнд з гомельскім авангардам. Яшчэ адзін удзельнік 1/8 фіналу вызначыцца ў супрацьстаянні агракамбіната «Паўднёвы» і гомельскага «Водаканала». У чэмпіянаце Беларусі па хакею ў экстралізе распачынаецца 2 этап, і жлобінскі «Металург» і «Гомель» трапілі ў мацнейшую шасцёрку. 1 снежня «Гомель» чакае ў госці гродзенскі «Нёман». Сталівары будуць прымаць на сваім лёзе «Дынама» Маладзечна. У суботу «Рысі» дома сустрэнуцца з «Юнацтвам», а «Металург» з «Нёманам». У жаночым гандбольным чэмпіянаце пакуль паўза. Зборная з 2 па 4 снежня ў Мінску правядзе матчы адборачнага турніру на чэмпіянат свету 2017 года. У абойме галоўнага трэнера нацыянальнай каманды Томажа Чатара 4 гульца гандбольнага клуба «Гомель». Аднак гомельскія аматары на наступным тыдні без гандбола не застануцца. Мужчынская каманда гандбольнага клуба «Гомель» чакае ў госці лідара чэмпіянату «Сталічны СКА». Гульня адбудзецца ў чацвер. Максім Савін, тэлерадыёкампанія «Гомель». Гэта таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Яўген Пабалавец. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.